Чего от меня требует моя работа? Ответственности, внимательности, порой даже скорости. Скорости мыслей, действий, движений. Ведь любое промедление может стоить жизни. Мы рискуем каждый день. И это моя профессия. Почему я это делаю? Потому что считаю это своим долгом и не только в работе, но и в быту. Я верю в наших людей, в их порывы и намерения, в их честность и неподкупность. И верю в то, что вместе мы сделаем наш мир лучше. Мир, в котором нет места коррупции.